Всем привет, ребята, с вами я, Иванушка, и сегодня мы будем играть и проходить новую карту в Майнкрафте. Это уже настоящая хоррор-карта, я просто немножко там посмотрел какое-то видео летсплейщика по этой карте, и там реально было страшно. Давай. Да. И всем я привет, с вами да. Еще. Так, у нас какая-то так, была книга игры. Давай я, давай в этот раз я буду. Хей, это я. Даня Уолф, спасибо, что скачал и зашел на мою первую хоррор-карту. Мне кажется, это не его первая карта. Давай сначала правила. Давай я. Не используй читы, не используй мини-карты, не используй другие пакеты текстур. Сложность мирная, настройки. Звук 100, поле зрения 70, стандартно. Субтитры выключить рекомендуется с наушниками. Версия 1.12 с оптифайном, с включен динамическим освещением. Яркость тускла, 8 чанков, наслаждайся. Сейчас надо все настроить. Так, настройка графики ярко, то есть тускло. Мягкое освещение. Подожди. Какое у нас там детальное минимум? Или какое там было? Yes. Сложность мирная. Субтитры выключить. Настройки. Так, еще. А, нет, тут вообще что-то нету. Динамит. А, ну ладно, пофиг. Вау, не, вот прям тускло стало. Ладно, давай тогда сейчас я изменю версию в сервере. Ну, мир, ладно, вот всё. Зайди в креатив и заспамни зомби, например. Он не заспамнится. Ладно, все, отстань. Погнали. А ты включил? Чё? Нифига, музыка, слышишь? Нет. А ты прибавь. Я вообще звук выключил. Именно на ноутбуке. О! Стемнело, да. Давайте разобьем тут лагерь. Давай. Где у нас тут лагерь? О, вот он. Вот. Иди под золу к своей палатке. А как он тут? Вот под зол. Вот наша палатка. Все уснули. Так. Не страшно. Нет, ой, блин. Что за звуки? Иди к соседним палаткам. На всякий случай. Все, пофиг. Дикс. Блин, ну прям темно. А и тебе... так темно, так еще слепоту. Я и тебе говорил, то, что будет страшная карта. Стой, я наушники включу. Окей. Ты одел наушники, нет? Нет. Ай, Ваня, бей меня. Ладно. Бля, это не ты. Да шучу, это что ты несешь? Кстати, я наконец-то нашел ресурс пак рабочий, вот поэтому тут звуки. Все, я наушники одеты, погнали. Так. Я уже потерялся, куда идти. А мне страшно. А это нормально, что я сейчас очень стрёмно? А нормально то, что я сейчас ничего не боюсь? Я нашел. Чё было? Я обосралась. Блин, как... Помогите. Чё это было? Мама, что спасибо. Это было? Чё было? Я буду нашли. Где мы находимся? Таблички. Меня бесят эти таблички. Тебе не стоило это делать. Идем? Ты первый. Окей. Так, сейчас будет скример. Сейчас будет скример. Засекай. Кто стоит? Там? Как ты узнал? А мы не можем даже это открыть. Давай печки проверяй. Печка. Чё, о, нет? Череп. Я череп нашел. Я буду черепом. Там ничего нет. Дверь. На второй этаж. А... Ой, блин. Я ничего не вижу, так что поднимаемся.
Так, куда ты идешь, там дверь? Я ничего не вижу, ты о чем? Что сейчас было? Странная запись. Записи. И там реально странная запись. Ой, шкаф. Ну серьезно, сейчас страшно. Это уже более страшно, чем прошлое. А я тебе говорил. Хорошо, что мы вдвоем снимаем. Так-то мне сейчас было бы стрёмно снимать. Не страшно сейчас? Да выпрыгнет ведь. Я ничего не могу найти. О, рычаг! Ключ номер один ставить на кирпич. А где ты кирпич нашел? Я помню. Ваня, иди за мной. Блин, реально страшно. Давай, погнали. Мне так не напугало. Я вообще-то кто-то немного натренирован против этих карт. Потому что я в одной карте так обосрался. Ой. Ваня. Начинается. Да, ведь еще одну нашел. А ты слышишь камень. Какие-то звуки? Я просто очень все сильно слышу звуки. Нет, вообще ничего не слышу. Я который сейчас слышу какие-то биения. Короче, когда бы я выложу ролик, посмотришь и поймешь, про что я был. Про что я говорил. Где камень? Вот каменный кирпич. Блин, я испугался. Подвал. Окей. Ключ номер 3 ставить на железный блок. Погнали. Ключ от выхода. Еще ключ, у него еще ключ, у него рычаг. Все, погнали. Все, погнали. Илья, погнали. Ты теперь... Илья, сними, ты окровавленный. Илья, сними это. Ты окровавленный. Да. Ты окровавленный. Ну ладно, и так с этим. Все, Илья, готовься. Сейчас будет скример. Я готов к этому. Осторожно. Там стоит. Здорово. Здорово, корова. А я могу тебе одежду забрать? Блин, ну такого сросся, когда он голову поднял. Продолжение. Реальность. И куда идем? Реальность. Вот, продолжение. Я умираю, я умираю. А? Где? Где я? Что случилось? О, пациент, вы очнулись. Так, блин, что вообще произошло? На ваших друзей напал маньяк, который вроде бы этим не сам убивает всех, кто попадется ему. Он нанес вашему товарищу смертельное ранение. Чего они погибли? Но вы чудом остались живых. Что же, где? Нет, что же, когда меня выписывают? Через три дня. Через 3 дня. Блин, мне кажется... Нас опять бьют. Бивают, блин, палками. Бесит. Ладно, погнали. Сейчас этот маньяк стоит. Ага, будет прикол. Реальная концовка, хорошая. Фу. Первая концовка, вторая. Давай первую посмотрим. Стоп, подожди, это первая, которую мы прошли. А, короче, это давай нажимай. Давай, первая концовка. Все, погнали. Следующая. Продолжение. О, нет. Начинается. Начинается. Открываем дверь. О, ой. Нет. Иди туда. Нет, там мужик, я? Там мужик с топором. Ты, я уже ушел, теперь ты. Я так обосрался. Короче, я так сейчас такой звук был страшный. Всё. Ты сейчас какой-то дядька странный. Ты сейчас дядька какой-то. Я у него одежду забрать. Ладно, все, ребят. С вами был я, Иванушка. Это было очень страшно. Я так обосрался. Ладно, надеюсь, вы досмотрели ролик до конца. С вами был я, Иванушка, Нефлокс. Всем пока. Пока.